Добрый вечер, дорогие друзья. Большой баскетбол, единая лига ВТБ представляет Москва, дворец спорта «Динамо» на улице Лавочкиной. Руна, пари, Нижний Новгород. В защите он очень хороший. Получилась атака у Руны. И издали, вот это невероятно. Джован Морган и Руна пытаются взломать защиту нижегородцев. Илья Попов на оперативный простор. Это блокшот от Александра Чадова. Еще один сложный бросок. На этот раз Чадов перекрыл все пространство. Бабурин через всю площадку. Чадов сверху. Пас через всю площадку. Это называется тачдаун. Морган получает мяч против Бабурина. Будет идти до конца. Останавливается бросок. Сложный бросок с разворотом. Вместе с сиреной об окончании атаки. Красивый бросок реализовал Морган. Джерамайхилл до конца. И это блокшот Александра Чадова. Не первый блокшот в сегодняшнем матче. Алекс Таш перехватывает мяч. И сверху баба. Владислав Близнюк допустил ошибку. Еще один перехват от Моргана. Идет до конца. Евростеп с дальней стороны кольца. Очень красивый проход. Продолжается эта дуэль. Уже этот мяч у Сопина. Иванович получил преимущество. Бросок через руки Ганькевича. Точно в цель. Иванович в огне. Показывает нам. Несмотря на сегодняшнее поражение, они пока железно третьи. Смитс. Красивый сольный проход. И бросок сверху от Алекса Тайерса. Как по нотам. Чадов. Бабурин. Промахивается Евгений Бабурин. Чудо требуется для Маринен. Близнюк из угла. Не точен. В переднюю дужку. Буквально сил не хватило Близнюку. И, похоже, это победа Руна, да? Руна впервые обыгрывает Нижний Новгород. 83-76.